Такие игры пропускать нельзя. Сегодня будет интересно. Сегодня мы смотрим. Отличная футбольная атмосфера на Сантьяго Бернабеу. Даже погода не стала мешать нашему матчу сегодня. Георгий Черданцев и Константин Генич, ваши комментаторы сегодня. Встреча таких команд не должна никого оставить равнодушными. Все внимание на поле. Это Реал против мадридского Реала. Всего 10 побед можно одержать в онлайн-сезонах за один розыгрыш. Одна у них уже есть, и сегодня попытка добиться второй. Важная игра, потому что уже 3 матча – это треть сезона. Какой момент у Мбаппе! Есть гол! Получилось забить быстро. Теперь нужно держать этот темп. Один-ноль в нашей игре. Винисиус. Реал зарабатывает штрафной. Офсайд. Боковой судья поднимает флажок. Федерико Вальверде. Отличный перехват. Очень вовремя. Винисиус. Реалу дают пространство на фланге. Это чревато. Бездарная атака получилась. Теперь надо снова отвоевывать себе мяч. Кириан Мбаппе. Включили прессинг на чужой половине, и не зря. Винисиус. Хорошо играет Куртуа. Ничего опасного они не создали. Очень непросто вытаскивать такие матчи. Вроде и в атаке неплохие моменты есть. Да даже лучше, чем неплохие. Шанс забить сейчас. Мяч в воротах оказывается. Счет 2-0 у нас. Надеюсь, на этом команды не остановятся. Винисиус. Мяч отобран чисто. Ну как, кто к нему успеет первым? Мбаппе. Милитао. Родриго. Теряет мяч Реал. Из-за боковой мяч будут вводить в игру. Родриго. Дали много места Мбаппе на фланге. И есть куда бежать ему дальше. Камавинга. Винисиус. Хороший пас отдает Винисиус. Он здорово играет, не дает пробить. Милитао. Родриго. У Карвахаля на фланге есть свободная зона и есть пространство, где развернуться. А вот и не получилось у них свою атаку продолжить. Мяч потерян. Камавинга. Мбаппе.
Родриго. Почаще нужно играть в прессинге, сейчас это сработало. Мяч у Реала, и арбитр даст свисток после окончания атаки. Теперь очередь соперника атаковать. Есть у него с кем сыграть в атаке. В пользу Реала. Об этой игре много говорили, ее долго ждали, и вот, наконец, она начинается. Смотрим этот матч вместе через несколько секунд. Не переключайтесь, мы ведем прямой репортаж с Сантьяго Бернабеу. Сегодня для футболистов созданы все условия на Сантьяго Бернабеу. Погода тоже не портит картину, так что ждем отличный матч. Для вас сегодня работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Встречи таких команд никого не оставят равнодушным. Все внимание на поле. Сегодня мадридский Реал сыграет против Манчестер Сити. Надежная игра вратаря, он зафиксировал мяч. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Ман-Сити получает право на штрафной. Никого перед Родриго. С мячом Федерико Вальверде. Здорово сыграл в этом эпизоде. Умно и четко. Минди. Винисиус. Реал теряет мяч.
Джуд Беллингхэм. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Они могут повести в счете. Голкипер на месте, справился с ударом. С углового подает Де Брюйн. Как здорово вратарь сыграл и забрал мяч под сильным прессингом. У них подобрался очень сильный состав, и в каждой линии есть игрок, который может стать ключевым. Например, Джуд Беллингхэм. С ним точно придется непросто. Ну, когда дело касается завершения атак, тут ему равных просто нет. Будет идти в штрафную и ждать своего момента. Очень вовремя он сыграл на перехвате. Жереми Доку. Опасно может это владение мячом завершиться. Угловой будет в пользу Сити. Через пас угловой разыграли. Немного сзади есть игрок, на него идет навес. Карвахаль. Реал отдает мяч сопернику. Хорошо, может атака пойти дальше, есть на кого сыграть. Аут бросает Манчестер Сити. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Винисиус. Винисиус Джуниор с мячом. Есть пространство перед ним. Отлично, вратарь мяч выбивает. Лишь благодаря игре вратаря счет на табло все еще ничейный. Он в очередной раз спасает свою команду. И будет совсем здорово, если это спасение придаст им сил в атаке. Отбор мяча на чужой половине. Реализуют ли они этот момент? Молодец, вратарь спокойно сыграл в таком моменте. Беллингем. Родриго. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Не получилось перспективную атаку развить, потеряли они мяч. Эрлинг Холланд с мячом. Он смещается с фланга. Это Жереми Докю. Потрясающий перехват, атака была крайне опасна. Мбаппе. Идет вперед. Джуд Беллингем. Он может забить. Флаг бокового уже поднят, так что этот гол засчитан не будет. Нет вопросов к ассистенту главного арбитра. Сейчас было сработано очень четко. Потеря мяча на своей половине. И есть куда бежать ему дальше. Мбаппе становится автором первого гола в этой встрече. Class in it.
Такие игры пропускать нельзя. Сегодня будет интересно. Сегодня мы смотрим классный футбол. Матч скоро. Сегодня. Сегодня мы будем смотреть очень интересный матч. До стартового свистка осталось совсем... Сегодня для футболистов созданы все условия на Сантьяго Бернабеу. Погода тоже не портит картину, так что ждем отличный матч. Работают для вас сегодня Георгий Черданцев и Константин Генич. А вы как думаете? Встреча таких команд не должна никого оставить равнодушными. Все внимание на поле. Это Реал против мадридского Реала. В очень хорошей форме они в этом сезоне. Пока что пусть и сыграны всего треть игр, но они эту треть провели на высочайшем уровне. По их игре видно, что и дальше они намерены не сбавлять оборот. Вот это спасение! И прямо в центр штрафной мяч летит. Мяч выбит, защита была готова к такой подаче. Удар! Классно сыграно вратарем сейчас. Реал начинает игру в таком составе. В воротах Тибо Куртуа. В защите Милитао играет с Антонио Рудигером. Чуамени вместе с Вальверде в центре полузащиты. И в нападении с первых минут Килиан Мбаппе. Мбаппе! Как играет? Отличный блок. В центр.
центр штрафной пошел мяч. Хорош вратарь, своевременный выход. Родриго. И смотрим на состав мадридского Реала. В воротах Тибо Куртуа. В защите Антонио Рудигер играет. С Милитао. Винисиус вместе с Родриго на флангах полузащиты. И в нападении. Момент для удара. Умница вратарь. Сыграл надежно. Мяч от ворот отбил. Момент. И мяч потерян. И есть поддержка у этой атаки. Следует удар. Гол! И счет в матче открыт. Реал не собирается уступать. Он попробует как можно быстрее отыграть пропущенный мяч. Джуд Беллингхэм. Ох, какой перехват. Спас свою команду от больших проблем. Офсайд. Боковой судья поднимает флажок. Ошибка со стороны защиты. Этим нужно пользоваться. Мадридский Реал потерял мяч. Мбаппе. Хорошая передача от Мбаппе. Спас команду от гола. Защита предоставила Тибо Куртуа самому разбираться с соперником в этом моменте. И он не подвел. Счет остается прежним. Но если так и продолжится, разница в два мяча не заставит себя ждать. Родриго. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Винисиус Джуниор с мячом. Вальверде. Беллингем. Кириан Мбаппе. Винисиус. Не смогли справиться с владением. Беллингем. И правильно, долой мяч из штрафной. Высокий прессинг у соперника. Реал зарабатывает штрафной. Вот это интересный пас. Все внимание на бокового. Здесь было вне игры. Уверенное решение, потому что вот так, без повтора, сложно сказать, был ли офсайд. Но судья все видел и поднял флажок. Бьет по воротам. Берет удар на себя. Мбаппе. Это Ферлан Менди. Соперник будет с мячом, не получилось его сохранить. Это контратака, может получиться опасно. Да, это могло быть очень опасно, но обороняющаяся команда сыграла очень четко в обороне и не допустила худшего. Боковой судья поднимает флажок, здесь вне игры. Федерико Вальверде. Винисиус. Очень вовремя мяч перехвачен. Опасную атаку остановили. Реал на половине соперника. Эх, жаль. Хорошая могла бы получиться атака. Реал проводит не лучший тайм. Он проигрывает, но разница в счете не такая большая, чтобы говорить о провале. Нужно взбодриться в перерыв. Счет не самый крупный, скажем откровенно. Мы увидели только один забитый мяч за первый тайм, и он едва ли является каким-то суперпреимуществом. Обеим командам нужно играть активнее во втором тайме. Кому-то, чтобы сравнять счет, а кому-то, чтобы его увеличить.
Винисиус штрафной подает. Теряет мяч Реал. Одну минуту играть, больше не добавили. Федерико Вальверде. Федерико Вальверде. Отыграли команды. Первый тайм на Сантьяго Бернабеу. Будет перерыв. Возвращаемся на поле. Начался второй тайм. Посмотрим, как Реал будет отыгрываться. Разница в счете минимальна, так что сделать это можно будет очень быстро. Вовремя они мяч перехватили. Опасная атака была. Джуд Беллингхэм. Есть у него поддержка в атаке. Мяч у Родриго. Хорошо прессингует. Мяч снова у них. Играет чуть назад. Беллингхэм! Ну, какой молодец Куртуа сейчас! И в центр штрафной. Мяч летит от углового флага. И смотри, что творит! Давно такого не видели мы! Счет снова равный. 1-1. Здорово играет Винисиус. А что там пробил? Гол! Решил не просто пробить, а перебросить мяч через вратаря. И от этого забитый мяч получился еще красивее. Мяч у Дани Карвахаля. И у соперника теперь мяч. Они убегают в контратаку. Может получиться что-то интересное. Загубили потенциально опасную контратаку. Потеря мяча в довольно простой ситуации. У них много вариантов для этой атаки. Главное держать темп. Но владение переходит к сопернику. Мяч у Родриго. Родриго. Помогает ему партнер в атаке. Мяч у Федерико Вальверде. Они играют смело и возвращают себе мяч. Джуд Беллингхэм. Офсайд. Боковой судья поднимает флажок. Беллингем. С мячом Федерико Вальверде. Без мяча остается Реал. Совершенно ненужная потеря мяча. Карваха. Родриго. Какой момент у Мбаппе! И мяч в сетке! Потрясающий удар! Посмотрите, как забил! Протаранил всю оборону соперника и ничего с ним поделать не смогли. И опять у нас ничья. Шикарный матч мы с вами смотрим.
Опасная передача, но и защитник не дремлет, перехватил этот пас. Родриго. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. И открывается партнер под атаку. Забивать можно! В офсайде игрок, по мнению судей. Ничего себе! Родриго. По опасной близости от ворот им удалось все же мяч перехватить. Родриго. Джуд Беллингем. Удара ждем. Винисиус. Мбаппе получает пас. Очень хорошо защитник в этой ситуации разобрался. Он отнял мяч у соперника. Легко и непринужденно проходит он оппонента. Грузит он мяч в штрафную, там Мбаппе. Но слишком близко к вратарю был мяч, и дальше его рук не пошел. В эти последние минуты матча Реал все-таки не теряет надежды, идет вперед. Шанс еще есть. Это офсайд. Слишком рано был сделан пас. Нужно было совсем немного подождать перед тем, как отдавать передачу. И тогда могло что-то получиться интересное. Теряет мяч Реал. До конца игры 7 минут. Родриго. Чисто отбирает мяч. Мбаппе. Карвахаль. И теряют они мяч. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Впереди еще 2 минуты игры. Именно столько добавили. Вратарь в деле. Отличная реакция на этот удар. Винисиус. Килиан Мбаппе. Подошло время этого матча к концу. Финальный свисток арбитра фиксирует ничью на табло Сантьяго Бернабеу. Старались сегодня обе команды.